Удастся ли поднять памятник императору Александру II со дна пожарного водоема в селе Васильевское Шуйского района? Этот вопрос пока остается открытым. Напомним, что работы пришлось остановить весной 2014 года из-за обильного таяния снегов. Вырытый котлован размером с 90 метров в ширину и 60 метров в длину стало затапливать. До предполагаемого места расположения памятника техника не дошла всего лишь 20 метров. Однако со дна удалось поднять много интересных вещей. Это и нательные кресты 16-17 веков, перстни, церковные утварь, инструменты. Сейчас эти артефакты хранятся у шуйских археологов и после изучения будут переданы в музей. Вопрос с выделением средств на продолжение работ должен решиться в ближайшее время. Я не могу сказать однозначно, что все будет решено, потому что вот сейчас, когда мы уже встретились с руководством правительства, и они найдут средства, это дорогостоящее удовольствие, поверьте мне. Вот то, что мы выполняли, то, что мы делали, это делали за счет средств наших попечителей. Тут не было федеральных средств, тут не было областных средств, бюджетных средств не было. И все средства были за счет попечителей Русского географического общества. Будут найдены средства, значит, есть смысл. Будет в январе месяце это продолжать. Но, опять же, только со льда. Только со льда. Но при этом не вскрывать уже лед там, где котлован выкопан, а там, где 20-30 метров. Это не тот объем, что был сделан в прошлом году.